один, два, приставай. Покажи всем барабан, где он у тебя находится. Вот, видите? Вот. Вот эта система, а? Вот это да. Постучи еще раз, покажешь всем. О, видите как? Один раз у меня каблук отлетел, тоже даже пришлось постучать, да? Ну что, еще что-нибудь? Или все? Петь будет, молодец. Звезда. Нет. Царица. Царица. Звезда? А, вот царица. А Астра где? Астра здесь. Я перепутал. Звезду с царицей, надо же. Меня царицы соблазняли, но я не поддался. Ну что, будем петь? Виновата ли я? Виновата ли я? О, какая интересная песня. Ну что, поаплодируем? Поехали. Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Ой, ты мама моя, ой, ты мама моя, пусти меня погулять. Ночью звезды горят, ночью пахнет горят, ночью все о любви говорят. Владимир Андреевич, приходите к нам, покажите, что вы скажите, поприветствуем нашу папу. И маму, маму просим, попросим маму под наши аплодисменты. Зал стоя просит маму выйти. Мама 15 детей, которая воспитала такую замечательную семью. Сейчас еще одну мордянью сыграй, мордянь, очень хороший танец. Ну, бордяне, это танцуй девушка. Цыганские, правда, но он чисто русский, да? Ну все, вот они, родители наши, вот. Как маму зовут? Надежда Семеновна. А, вот и Семеновна, я Надежда Семеновна. Ладно, не волнуйтесь, вы родители все-таки на сцене, переживают за них. Че, зал у нас гармошку любит, всегда поддержит. Ну а сейчас Егор Алексеев нам сыграет еще один цыганский, да? Танец. Поехали.
На-н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 а